примите наши искренние поздравления с потрясающей коллекцией. Спасибо. Хотелось бы узнать, какие эмоции вы сейчас испытываете уже после фэшн-шоу? Ну, пока нет эмоций, я как-то думаю о том, что произошло. Скажите, а вот как пришла идея создать такую коллекцию вот на стыке динамики, вот как мы видели на видео? Я хотел, чтобы это было динамично, и это вообще одежда для людей, любящих двигаться, для успешных людей. Я очень люблю ездить на автомобиле, на спортивном автомобиле, и для людей, которые любят такие же спортивные автомобили, чтобы было удобно, комфортно. Вот. Скажите, а почему именно вот для видео вы использовали Ford Mustang? Это как-то связано с... Я не виджей, я не делаю лично видео. Вот виджейинг делал, была некая задача сделать некий автомобиль. Насколько я там на видео, вот я сегодня видел, там был Aston Martin, я видел Porsche, я видел Ferrari. То были разные машины, но это так просто невероятный образ. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот в коллекции были использованы материалы такие, как кожа. Вот вы не боитесь именно вот тех вот рьяных защитников животных, которые против вот ношения? И а какой вы бы... не боитесь? Я нет, честно. Надо бояться воевать и перестать уже как бы нести агрессию и убивать людей. Вот это самое важное, что нужно бояться людям, мне кажется. Конечно. Одуматься. Конечно, я безусловно согласен с вами. И хотел бы спросить, вот сейчас все течет, все изменяется. И на этом фоне меняются, естественно, тенденции. Как, по-вашему, каков образ современного мужчины вот в данное время, как дизайнера? Ну, это слишком такой глобальный вопрос, ответить за всех современных мужчин сложно. Современный мужчина, он должен быть динамичный, он должен двигаться, он должен быть успешный, должен быть опрятный, должен следить за трендами, за модой, за тем, что происходит в общем мире. Он должен быть, владеть информацией, кто владеет информацией, тот владеет миром, как есть такая поговорка. То есть, ну, это современный мужчина. Скажите, а вот если перефразировать этот вопрос к женщинам, то вот образ современной женщины, потому что в вашей коллекции четко прослеживалась, ну вот, мужская линия, а женскую хотелось бы узнать вот именно... Ну, я давно делаю мужскую одежду, потому что мужчины любят одеваться в мужской бренд. Я также занимаюсь детской одеждой, также занимаюсь женской одеждой, но это больше исключительные вещи, вещи на заказ. И... Скажите, а вот кто ваш потенциальный покупатель? Люди. Все люди. Кому я интересен, кому интересна моя одежда. И буквально последний вопрос. Что бы вы могли пожелать нашим подписчикам и зрителям? Пожелать всем добра, наверное. Спасибо.